Ну, не хватает в нашей системе людей, которые управляют в управлении телевизионными каналами, радиостанциями. Не хватает тех людей, которые могут правильно услышать тех ребят, которые создают сегодня музыку. Их очень много, на самом деле, талантливых, хороших ребят. Но они не способны пробиться на телевизионный канал, на радиостанции. Канал радиостанции гонится за рейтингами. Им нужны уже состоявшиеся звезды. В свое время этим занимались Боря Зосимов, я занимался, там, и люди, которые управляли музыкальными каналами. Мы искали молодых артистов и пытались их представить людям. Сейчас этим никто не занимается. То, что происходит с главными телевизионными каналами, вот эти все проекты «Голос», это фактически один большой караоке. Обладание голосом вовсе не решает проблему музыкальную. Человек в первую очередь должен быть творческим человеком, должен писать тексты, сочинять музыку. Только потом он должен это все хорошо исполнять. И никогда человек, который поет чужие песни, не может их спеть так, как их споет автор. Я считаю, нужны авторы-исполнители, и тогда у нас все изменится. Нужны другие проекты на телевидении, не поющие головы, не супер музыканты, которые определяют, кто будет лучшим. Все должно быть немножко по-другому. Я знаю, как это сделать. Обращайтесь.